Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня будет интересный обзор Василька. Давно я не снимала Василек отдельным видео и решила это сделать. Надеюсь, что вам будет интересно. Давайте посмотрим, что в этот раз я заказала. Это был такой, знаете, заказ из... мне необходимо было сделать заказ. Сейчас вы поймете, почему. Во-первых, 95% заказа это подарки. Но начнем то как раз не из подарков, а с того, чем я добивала заказ. Это трусишки моему супругу. Мне кажется, сейчас все нижнее белье у моего мужа с Василька. Заказала ему такие, которых у него еще нет. Увидела новинку, думаю, возьму. Хорошо тянутся. Вообще, на самом деле, в Васильке неплохое нижнее мужское белье. К женскому у меня есть некоторая претензия. Что касается состава... Сейчас скажу, что касается состава. Но мужские, кстати, нигде ничего не написано по составу почему-то. Не знаю почему. Но это 100% не хлопок. Я чувствую, что это эластан. А, кстати, 95% хлопок, 5% эластан. Это более-менее, потому что они очень тянущиеся. Я надеюсь, что у меня муж будет носить их с удовольствием. Мне написали тут комментарий, что очень хотелось бы на все, что я заказываю, говорить точную цену. Так вот, именно для вас я взяла накладную. Две штуки трусов, 224 рубля. Это великолепная цена, с учетом того, что у нас такая же упаковка в магазине будет стоить, не меньше 300 рублей. Дальше из серии проверенная. Это плед, который у меня, как попросила, сестра мне сказала, на Новый год я хочу обустроить, в общем, свою комнату, мне нужен плед. Из серии проверенного, потому что у меня точно такой же плед у моего сына уже на протяжении 2 лет, точно, но мне кажется, что больше, где-то 2,5 года уже. Он очень классный, он очень... недорогой, но очень классный. Я его стираю, и он как новенький, очень приятненький, очень уютненький. Мне, кстати, кажется, что такого цвета, когда я покупала сыну, не было. Мне кажется, я сама бы купила. У меня у сына такой нежно-нежно-фиолетовый. Этот очень красивый. Я специально... Он был, естественно, в упаковке, я специально ее сняла, она очень шуршала. Он был просто в полиэтиленовом пакете. Я его красиво сложу и перевяжу атласной лентой. У меня есть, и подарю сестре. Я думаю, что она будет очень довольна. Называется покрывало плюш-велюр, размер 180 на 200, и стоит оно 838 рублей. Вот вам прекрасная альтернатива вот этим тяжелым покрывалам. Я не знаю, и, кстати, вот оно, это покрывало не холодное. Знаете, бывают холодные покрывала, которым неприятно касаться. К этому очень-очень приятно. Ну и тот момент, когда Марина захотела выпендриться, я уж не знаю, что это было, у кого я увидела это покрывало, но мне показалось оно на картинке вообще другим. И вот тут, если разочарована... Вот если я разочарована, даже не буду я скрывать, я разочарована не качеством, я разочарована тем, что я ожидала увидеть совсем-совсем другое. Я ожидала увидеть покрывало, а по сути это вафельная простынь, вот чистой воды вафля, девочки. Да, это 100% хлопок, это плотный, хороший хлопок. Кстати, это покрывало неплохо было возить с собой там на море, на песочный пляж, но точно не использовать как покрывало, на мой взгляд. Ну, потому что, вот, я даже не знаю, им укрываться, мне кажется, не очень приятно. Стоило оно, кстати, 1300, размер такой же, 180 на 200, называется цвет сухая роза. Если бы я сейчас заказывала, я бы его, естественно, не заказала. Я когда увидела его, я прямо сильно расстроилась. Поэтому имейте в виду, вам повезло в этом плане, вы увидели его у меня. И стоит, кстати, вообще не очень дешево, я поэтому немного расстроена, хотя на фотографии я не сказала бы, что оно выглядело по-другому, то есть это просто у меня, я обманула сама себя, а не то, что меня там Василек обманул, хотя мне кажется, что я просто у кого-то увидела, что кто-то заказал хорошее покрывало, я его не нашла и подумала, а вдруг это оно, вот так. Дальше приступим к мимимишкам. Я заказала очень классный наборчик, вообще просто супер классный. Бонита, у меня у Максика очень много из этой фирмы, 74 сантиметра размер. Ну, вообще размер 74, вот так это смотрится. Здесь прям выпуклая шапочка,
У нас такая шапочка в машине, как декор используется, очень хорошенькая. Это бомбер и штанишки. Такой очень универсальный костюмчик. Можно и в гости, у штанишек есть карманчики, можно и в поликлинику. Я купила этот костюмчик Сережиному племяннику. Вот вижу ниточку, надо будет ее порвать, бывает. Порвать, говорю, срезать. Что касается швов, ну, слушайте, швы неплохие. Я уже не буду говорить, что это высший класс, но вот ниточки есть. Но меня никогда не пугали. Вот, например, карманы очень хорошо обверложены, вообще отлично. Вообще, по качеству 100% хлопок, естественно, внизу манжетики. Я любила такие костюмчики покупать Максику. Мне нравилось, когда сразу комплект. В общем, тут не надо ничего придумывать. И я вот думаю, что родители такого малышика будут довольны. Кстати, цена была очень-очень хорошая на эти комплекты. 683 рубля. У нас они в магазинах стоят, мне кажется, порядка 900 рублей, порядка 1000. Ну и самый громоздкий подарок. Это самое громоздкое, что было в моем заказе, это топпер. Это второй топпер, который я купила. Дело в том, что у меня, я не знаю, видно ли его вам в кадре, но, в общем, ладно, тогда я вот так я буду говорить. Я его очень подробно показывала в прошлом заказе. У меня две подруги, у обеих есть кровати. Я пришла к ним в гости с рулеткой, померила все. И вот одной подруге я заказала 140 на 200, а второй 160 на 200. И у них, у обеих, будут топперы на матрас. Я, потому что, опять же, я читала рекомендации к выбору подарков в этом году и очень рекомендую дарить практичные подарки. Так вот, практичнее, чем топпер, лично я не знаю ничего. Стоил этот топпер чуть-чуть больше 2000, сейчас скажу точно, 2050 рублей. И прийти, мы будем дарить подарки все вместе, прийти и подарить одной, но не подарить другой, было бы странно, потому что из нас всех только у них у двоих кровать. А сама по себе я хочу сказать, что если бы мне кто-то подарил топпер, я была бы очень счастлива. И это, если, девочки и мальчики, у вас есть кровать, обратите внимание абсолютно... Обратите внимание, пожалуйста, на эти топперы, очень классная вещь. Я слышу отзывы о них уже спустя какое-то время, и у меня у сына есть топпер на его матрасе. Вообще, я считаю, что лучшего человечество еще не придумало. Вот такой получился заказ. Как обычно, все ссылки будут под видео, стараюсь всегда найти ссылки прям конкретно на товар. Их нет только в том случае, если товар закончился на сайте. А такое бывает. Вообще на Васильке сейчас расхватывают просто все неимоверно быстро, потому что, мне кажется, все готовятся к праздникам, и там очень дешево. И, ну вот, у меня, я же говорю, у меня, получается, только нижнее белье было куплено. Оно, кстати, у меня тут фигурирует на заднем плане. У меня только нижнее белье было куплено, не в подарок. Все остальное подарки намного выгоднее заказывать на Васильке, чем переплачивать в других магазинах. Что касается доставки, все меня всегда спрашивают, я всегда заказываю с ДЭК. Меня уже там знают, и у меня никогда не было проблем с временем доставки, в плане того, что мне Василек, но я живу, понимаете, в 40 минутах от Иваново, там, в 30, поэтому мне приходит очень быстро. Ну, когда вы делаете заказ, есть понятие «отгружено», есть понятие, что уже в офисе с ДЭК, после этого через 2-3 дня, ну, 2 дня у меня уже этот заказ в пункте выдачи, и нам выдают вообще без проблем, у нас великолепно работает пункт выдачи с ДЭКа, и очень хорошие девочки там работают. Я люблю делать все заказы на СДЭК, даже когда мне какой-то сайт или что-то говорят, что пришлют там другой доставкой, я говорю, желательно СДЭК. Я с ними дружу, в общем, и они уже знают моего мужа даже, короче, поэтому я целиком и полностью, я даже Почту России, мне кажется, не так люблю, потому что мне кажется, на Почте России все равно идет дольше. Так что спасибо вам большое за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось это видео, я хотела вам показать, все рассмотреть вместе с вами, и всем пока-пока!